Данный вертолет К-52, вооруженный такими противотанковыми управляемыми ракетами, как «Вихрь», на поле боя решает много задач по уничтожению бронированной техники противника. Он быстро сделал антирекламу и «Леопардом», и «Брэдли». Вот. Самое главное, слаженная работа в экипаже, ну и в группе. Пришли, обнаружили колонну, разобрали цели, отработали как положено, и все получилось. Победа однозначно будет за нами. Вот. Мы верим в себя, верим в нашу победу. Тоже России.